Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала. Вы в мире домашних животных. Ну а мы с маленькой домашней обезьянкой Алексой вышли на прогулку в парк. На улице стоит весенняя теплая погода. Но пейзаж, правда, напоминает чем-то осенний. Кругом листики и очень даже пасмурно. Несмотря на это, настроение просто отличное. Ведь уже тепло и можно подольше погулять. В парке уже достаточно большое количество людей. Ну и, конечно же, маленькая домашняя обезьянка Алекса не осталась без внимания. Вокруг нее очень быстро собралось большое количество людей. Они с любопытством наблюдали за маленькой обезьянкой. Правда, Алексу такое внимание не очень радует. Сразу видно, что она чувствует себя не очень комфортно. Ну и, конечно же, настороженно и старается побыстрее убежать от такого назойливого внимания. Чем старше она становится, тем она лучше понимает, что посторонние люди, конечно же, могут представлять для нее опасность. Именно поэтому в такие моменты она предпочитает куда-нибудь убежать. На улице гулять всегда здорово, и Алекса решила побаловаться. Даже завалилась на землю. А еще от ее внимания, конечно же, не убежала маленькая букашка, которая тут же была съедена. Ну, а мы приняли решение уйти подальше от людей. Все дело в том, что, конечно же, взрослая обезьянка уже представляет опасность для посторонних людей. Чем старше она становится, тем в ней сильнее просыпаются инстинкты охраны себя, ну и, конечно же, всей своей семьи. Но а люди не всегда понимают, что не нужно близко подходить к незнакомой обезьянке. Я никогда не имела ничего против того, что люди подходят и смотрят на Алексу или даже фотографируют. Но не стоит близко подходить, конечно же, к ней и даже пытаться взять ее за ручку. Любое животное, и не только обезьянка, почувствовав опасность, может атаковать. Имейте это в виду, дорогие наши друзья. Ну что ж, друзья, я надеюсь, вам понравилось наше сегодняшнее видео, и оно было для вас интересным. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает наш канал, ставит нам лайки и пишет нам очень добрые комментарии. До скорых и интересных встреч в мире домашних животных. Всем пока! Мы вас очень любим!